Привет, друзья! Я начинаю свой видеоцикл о сотворении мира, человеке, рае земном, мужчинах, женщинах и их отношениях. Ветхий Завет. Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И увидел Бог свет, и отделил он свет от тьмы. И сказал Бог: пусть будут два светильника на тверди небесной для освещения земли и отделения дня от ночи. И сотворил Бог рыб, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, да и владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными и над скотом и зверьем. И назвал Бог этого человека Адамом, так как он был первым. Он был Божьим сыном. А может быть, это было так? А может быть, это было совершенно по-другому? Но скорее всего, что вот это было так. Но скучно было Адаму в раю. И попросил Адам подругу себе, и Бог снизошел до него и создал для него Еву, и Ева была благодарна. Однако, к сожалению, Бог не сразу указал, кто над кем должен владычествовать, мужчина над женщиной или наоборот. Он лишь позже сказал: да убоится жена мужа своего. Но обычно женщины не дочитывают Писание до этой фразы. Как видим, жена была создана равной мужу своему. Так откуда же взялось неравенство? Как и когда была нарушена Богом данная извечная гармония? Название этому наказанию – грехопадение. А было это так. Лукавый змей подвел Еву к греху, к нарушению закона воли Божьей, и началось беззаконие, а именно извечная борьба между мужчинами и женщинами за пальму первенства. И ведет это, как известно, к скандалам и разрыву отношений. Только я не знаю на сегодняшний день, кто из нас слабый пол. Особенно, когда женщина начинает бухать в одиночку. Тогда мужчины обращаются к услугам ночных бабочек, а к женам применяют резкие меры наказания. Но все мы знаем, что патриархат закончился уже 100 лет тому назад. Мужчины, будьте предельно осторожны и вежливы с женщинами. Продолжение следует. Пока.